Приветствую вас. Вы знаете, когда человек долго о чем-то мечтает, когда человек очень долго чего-то хочет и очень сильно этого хочет, и когда наконец человек это получает, или он видит, что он до достижения вот этой вот желанной цели осталось совсем немножко, то у человека появляется страх. Естественно, появляется страх. И связано это с тем, что мечта – это всегда цель. И, как правило, после цели этой, нет ничего. То есть, была цель. И цель была очень серьезная, очень важна для вас. И вы к этой цели шли. А теперь, когда вы увидели, что цель, она очень близка, вы инстинктивно, подсознательно для себя начали бояться, что после этой цели вы потеряете, например, смысл жизни, скажем. Пока просто, допустим, вы начали опасаться того, что все, чем вы жили до этого, все, чего вы хотели, это все будет выполнено, соответственно. А дальше, по сути, ничего не останется. И отчасти именно поэтому вы, когда начали выполнять привычные для себя действия, такие как собирать вещи и так далее. Когда вы начали это делать, то вы вступили в привычную для себя модель поведения, и это привычная для вас модель поведения, она успокоила вас, потому что когда человек четко подчинен своей деятельности, когда человек хорошо понимает, что он делает и для чего, страх уходит. Я думаю, что это просто-напросто именно опасение того, что вы потеряете свою мечту. То, что вы ее выполните, а больше кроме нее у вас ничего не будет. И, соответственно, это и породил страх. И действительно, человеку иногда требуется время для того, чтобы понять лучше собственно
какой цели ему стремиться вновь. То есть на процесс цели образования уходит какое-то время. И вам просто нужно для себя это время, ну, и вам просто нужно для себя это время дать. Вот себе это нужно время дать, чтобы новая цель появилась. И тогда я думаю, у вас совершенно никаких проблем не будет. Вот мне так кажется. У вас совершенно никаких проблем не будет, если вы вновь ну, дадите, сформируете для себя цель, новую цель. Вот. Ну, другое дело, что да, для этого нужно время. Для этого нужно время. Да. Это действительно так. Но время это то, что у нас есть. Так что не волнуйтесь, не переживайте, у вас все в порядке, все хорошо, никаких проблем нет. Реакция на очень сильную мечту нормальная. Защитная реакция от неопределенности. Так что переживать причин нет абсолютно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего-всего самого доброго и удачи.